Всем привет! Решил я, в общем, поиграть в игрушку War Thunder. И скачал уже вот ее, и увидел, что здесь настроек столько много. И реально кайф запустить ее на ультра. Вот все, что есть, я выкрутил на максимум. Все, это режим кино, даже лучше, чем кино. Вот, и сейчас посмотрим, как это вообще произойдет. В общем, давайте запускать уже. Меньше слов, больше дела. Погнали. Вот мы подключились, ввели свой логин и пароль. На старт мне что-то тут какое-то соглашение. Бла-бла-бла. Я все прочитал, да. Выберите тих. Блять. А, наверное, мне только самолеты даны. А, нет, авиация, армия. Хорошо, страну, ну конечно же. Ну вы поняли. Файл ресурсов полной текстуры танков не загружен. Хотите скачать? Чего? Типа 140 FPS. 130 FPS! Ебать, круто! Глянь. Так, стоп, сейчас, стоп. Что-то джойстик, я ничего не знаю, как он управлять. Да ты джойстик пока подожди. Здесь можно пробный вылет на самолетах делать. Ох, ёшкин кот. Здесь уже летают. Это что, на ультра? Вот это ультра? Не реально? Знаю. А ну сейчас проверю, подожди. Я лечу настройки, графика, пользовательский, все выкручено. Меня убивают. Так, стоп, меня убивают. Ну да, картинка здесь, конечно, не самая лучшая. Не, ну я говорю на ультра. А, меня подбили, да? Через 6 секунд я подбил. Вот их земле 50, 60, 70. А я тебя вижу. Я падаю. Оторвалось крыло. Ну ничего страшного, бой. А у меня два самолета и все? Ну потом можно будет слоты покупать еще. О, бля. Ну в небе у меня сотка, 70. От 70 до 100 почему-то. Ну когда вверх смотришь, естественно, сотня будет. Ну вот сниз смотрю на видео, 90. Блин, меня забили. Так, кого убивать, красных или синих? Красных, конечно. А, мы синие, да, хорошо. Короче, смотри, когда подлетаешь к врагу где-то на 600-700 метров, у него появляется маркер. Это в него надо стрелять. Я веду, смотрю. На упреждение. 2 километра. А как ракету поставить? Ракеты. Чтобы стрелять в модул, чтобы поставить их, надо сначала исследовать. Я понял, ладно. Ужас. Да, чтобы смотреться, нажми C и верти камерой. Да. Я здесь к тебе приближаюсь. Ощути, тебя на хвосте сидят. Да, вижу. Сейчас пробую помогу. Сейчас. Да я пытаюсь что-то сделать, но пока. Да, я вот на не низу сильно вижу. Я разбираюсь. Ага, подо мной пролетел, ладно. Это люди, да? Нормальные люди? Да. В смысле, нормальные люди, но в плане. Я кого-то, не знаю, убил, наверное. Блин. О, ППС падает жестко. Так, я у тебя с хвоста снял. Спасибо, у меня дырявый весь самолет. В Аркадии, может, и в решете летать. ФПС в натуре от 40 до 100 прыгает, ну ладно, это не важно. Да оптимизация никакая. Попадание, я в кого-то попал. Молодец. Так, а мой кружочек или крестик? Кружочек. По кружочку он стреляет? Нет, по кресту. Блять. Кружок это типа твой указатель. Я упал. Ну лети, лети. Вот мы над землей. 132. 137, 8. Неплохо.
Вот все деревья. Я прям вот в 5 метрах от земли. Это на ультра. Блин, у меня на хвосте висят. Да лечу к тебе, что-то у меня медленно улетит. Ну правильно. А где ускорится там, что это такое? Черт, меня подожгли. Попадание! Ебать! Вот это я! Попадание! Нихуя! Как еще кого-то сбил? Да, сейчас будет, сейчас будет. Что-то у меня какой-то. Ты попробуй бронестекло пробить. Ой, столкновение самолета. Это лоб в лоб, да? Ну, понятно. Водичка какая. Вау. Прикольно. Ты просто лети прямо, я тебя догоню. Одним выстрелом. Так ты умер, нет? Ну вообще да, ты мне двигатель сбил. Ты меня тоже что-то сбил. Ну вот при пожаре ФПС садится до 45. Огонь здесь детализированный. Ну если не взрывы, то ФПС очень хороший. Эффекты прикольные. От первого лица тоже. А, да, кстати. Так, а ты где? Я на туда лечу. Все стоит на максимум. Нажимаем ОК. И бенчмарк. Первая война в Тихом океане, день.
тест. Средний FPS 244, минимальный 160. Рейтинг 55732. На ультре. Ну ладно.